Так, всем привет, ребятки. С вами Дэниел Бэм. И сегодня мы собираемся сыграть в игру, которая называется Яндеро Симулятор. И поскольку... это было неожиданно. Немного. Так. Поскольку тематика моего канала является аниме, и вы знаете, что я снимаю аниме-каверы, поэтому я просто не мог обойти эту игру. Поэтому давайте сыграем в нее. Какой ваш идеальный любовник? Ну, ребятки, я все-таки люблю девочек. Поэтому мы ответим female. Но... Похоже, мы попали. I can't feel. Поскольку я знаю немного английский, я буду переводить. Я больше не могу чувствовать. For as long as I can remember, сколько я себя помню, я никогда не была способна чувствовать. Я притворялась нормальной, когда я была среди людей. Но с другой стороны, я ничего не чувствовала. Это не так плохо, я знаю, что я подавлена, но мне как-то все равно, да. Это нормально. Но все изменилось, когда она встретила его. Моего сэмпая! Первый раз в моем животе заиграли бабочки. Крейвинг, ернинг, у нее все там просто ернинг. Я поняла, что значит быть человеком. Я зависима от этого чувства, я не беспокоюсь о других. Он все для меня. И сейчас кто-то пытается украсть сэмпая. Кто же это? Она хочет его, но не так, как я хочу. Она никогда не поймет, как чувствует сэмпая. Она не заслуживает сэмпая. Она научила меня новые эмоции. Гнев. Я захотел злить ее, я захотел поранить ее. Я хочу убить ее. И нет ничего, что я не могла бы сделать для моего сэмпая. Я никому не позволю до него отправить. Мне все равно, что я сделаю. Мне все равно, что я пролил. Я никому не позволю этот трон. Ничего не значит. И никто ничего не значит. Сэмпай будет моим. Ну, из первых титров... И у него выбор. Ну, довольно позитивная заставка, что я могу сказать. Мы поняли, что мы имеем дело с ебанутой девочкой. Привет. А я тебя знаю? Да, я тебя увидела в классе. У тебя что, проблемы? Чё, проблемы, да? Не, я просто хочу тебе просто информацию дать. А Осана Нинаджими. И она влюблена в сэмпая, я так понял. Она верит в миф, что рядом с этим вишневым деревом, рядом со школой. Да, миф, что если ты признаешься под этим деревом в пятницу, то сэмпай примет это. Все правильно. И она планирует это, какая злая. И зачем ты мне сказала? Я буду счастлива, если с ней что-то случится. Посмотрите, какие девушки все-таки жестокие. А я думаю, она заслуживает. А ты кто? А я инфанчан. Да, я слышал, что типа рассылаешь трусики, настоящая извращенка. Но никто не знает твоего имени. Но если бы они знали, я думаю... Оу, это было бы круто. Да, слухи правдивы, если тебе что-то от меня нужно, сначала пошли мне фотку трусов. И тогда я тебе дам информацию. Ты мне трусы? Я тебе информацию. Just send me a photograph of their face, and I'll tell you everything I... You're disgusting. Ты отвратительный. You're a stalker.
А ты сталкер. If you want my help, логично. Text me. If you don't care, ignore me. Хочешь, напиши мне. Не хочешь, пошла нахер. You have 1 week until your precious symptom. У тебя одна неделя. I hope you make her suffer. Я надеюсь, ты причинишь ей. Ну что ж, это апрель. 4 апреля, понедельник, мы идем в школу. Итак, как мы видим, мы в небольшой комнатке. Я не стал сильно зацикливаться на графике, потому что мы тут больше ради геймплея. У нас есть шкаф с трусами. И как вы видите, каждые трусы, я не могу тут пошевелить мышкой, но каждые трусы дают бонус. В нижнем углу вы можете это видеть. Но для этих почему-то нет бонуса. Тут меньше потери репутации, когда признаешься не бонус, когда комплименты делаешь. С клубничками, посмотрите. Знаете что, я хочу с клубничками. Я люблю клубнику, ребят. И вот мы оказались в школе. Типичная такая японская школа. Ох, и у нас тут, что это у нас тут? У нас тут есть целый арсенал. Отвертка, такой ножик канцелярский, катана. В школе есть ножницы и нож. Интересно. Ну, прежде чем мы начнем более-менее серьезно играть, разработчики дали нам замечательную возможность редактировать нашего персонажа. Поэтому мы можем добавить повязку. Смотрите, разные аксессуары. Ох, интересно. Вот, мне нравится тентакли, я поклонник тентаклей. Многие это, конечно, не знают, но это так. Поэтому давайте мы оставим вот такую миленькую, так сказать, шляпку. И еще мы можем менять прическу на H, если нажимать. Ох, вот этот... Если бы не цвет волос, эта прическа мне очень напоминает девушку из меланхолии Харухи Судзуми. Полетели! Ой, это сэмпай. Давайте сделаем мне комплимент. Преклонись передо мной, сука! Тебе сырно комплимент сделаю. Нужны брутальные поступки, ребят. Извините, нужны. Мы должны... выбросить ее, пока училка не пришла. О боже, посмотрите на их лица. Эти лица — это что-то. Гори! Вечным пламенем! А вы посмотрите, Училка типа пришла такая, смотрите, вся такая крутая. Нет, ты никуда не пойдешь. Может, мне тебя убить? Я тебя убью. А. Еще я тебя не убью, я тебя убью. Это наш... Это ради Сэмпая! Это было жестко. Ну да, как видите, училку, видимо, мы не можем в этой игре убить, потому что у училки бешеная реакция, и она в полете перехватывает наш нож. Извините. Увы. Пойдем знакомиться с этой школой. Ой, это сэмпай. Я так. Можно я тебя сфоткаю? Да блин, что ты пялишься? Я хочу сэмпая сфоткать. Ух, у меня есть фотография сэмпая. Обрежу ее только, чтобы эту сучку не было видно. И будет вообще зависеть. Так, ну давайте поговорим с обитателями этого дурдома школы. Девочка с розовыми волосами. Хулиганка. Хулиганка, я должна училке сказать. Что-то она затевает. Ой, посмотрите, накрашенная сучка. Иди сюда, что-то. Не хочешь со мной разговаривать? Я не... Да, бля, я не с тобой хотела поговорить. Ох. Оказывается, когда мы бежим, видно наши трусики. Это мило. А это кто?
типа выделяешься такая, да? Хи-хи-хи. Попалась. Давайте узнаем, кто это такая. Ух, ну чё, да бесстыдница Яндера. Скажи мне об этом. Ну, есть кое-что, да? Ой, ну женщина, ломается, ломается, ломается. Че, ну че у тебя, не ломайся. А, я не могу найти мою... Бра. The point is, if you find a bra lying around, it's mine, and I would really appreciate it if you'd return it to me. Sorry, my phone's ringing. I'll be right back. Серьезно? Что за херня, ребята? Ну, а мы, конечно, согласимся, поможем ей. А у этой звонить телефон, но она не может. У нас очень эти узы тесные, что мы прям... Она не может разорвать нашу узы. Так, ну давайте проследим. А мы проследим. Я тебе сказала, мне не звонить like said, сюда, типа, а чё? Почему не надо? А мы... А, вот там есть кнопочка send. То есть мы вот можем отсылать фотки трусов. Давайте... Well, if it's такая... Ух, блин, мы испалились. Давай я извинюсь. Я серьезно. Это недоразумение, я просто искал свои ботинки. Репутация восстановлена, битчес. Я даже ей сделаю комплимент. Задобрим сучку. А потом спалим ее. О, говорили про сакуру, которая растет на холме. Вот она. Соответственно, я могу предположить, что Мику-чан только там могла потерять свой лифак. Возможно, это связано с непристойностями, но мы не будем гадать, узнавать. Не надо, это не наше дело, наше дело это найти. Я не в курсе, что это, но вроде бы я видел что-то голубенькое. Ну, что я говорил? Конечно же, это ее брат. Ой, кто-то есть на крыше, и как только мы отдадим бра нашей Мику-чан, мы пойдем выяснять, кто же это там скрывается такой. Я думаю, эта школа хранит много интересных секретов. И мы обязательно все их узнаем. Где она? Вот, Мику-чан наша. Любимая. А кто скажет, что она не любимая? Да, я нашла его. Ты представляешь? Уж не занимайся непристойностями, и будет все шикарно. Ох, смотрите, какая няшненькая надпись. Мне почему-то кажется, что это все неспроста. Если мы проследим... Мы, возможно, сможем узнать что-то. Или куда это она идет? Нет, она уходит. Ну что ж, на этой позитивной ноте, пожалуй, на сегодня я закончу. Если вам понравилось видео, поддержите меня лайком, а еще лучше поддержите меня подпиской. И если это видео наберет достаточное количество просмотров и лайков, то я обязательно продолжу прохождение этой замечательной игры.